Друзья, всем привет! Ну вот, ребят, появилось у меня пару часиков, всего пару часиков, не более того, выскочить, чтобы на рыбалку. Мчусь, конечно же, поближе, мчусь в Куток, в Калининградском заливе, который... Хотелось бы, конечно, подальше уехать, там, к Камсигалу в Балтийск, либо на Рогатку в Балтийске, опять же. Там все-таки неплохо, вроде бы, полавливают рыбу. Да и там вчера были друзья, ну так, более или менее отловились. Да и так, судя по отчетам, неплохо там все. Но, к сожалению, нету времени туда ехать. Сейчас как раз час пик, и по пробкам пока туда доберешься, поэтому нифига не успеешь там разложиться и половить. Моментально же, конечно, сейчас на берегу надулся, собрался. Единственное, что понял, что только весла забыл. Единственный минус. Ну, надеюсь, что батарейки хватит, потому что я, конечно же, не заряжал, не подготовлен вообще никак. Ну и надеемся, что все-таки клюнет нам хотя бы на вечерочке хоть судачок, может быть, другой. Поэтому сам себе пожелаю ни хвоста, ни чешуи. Погнали вперед на место. Будем пробовать подбирать приманку, ловить. Пока иду, снаряжусь. Это хмурится как-то вокруг. Дай бог, чтобы дождяра не влупил. Будем надеяться. Взял попробовать сегодня ассорти такое, все с ароматизатором. Попробуем, что-нибудь даст это или нет. Будем посмотреть. Сравнивать, честно говоря, изучать сегодня некогда. Как лучше. Грубо говоря, будем пробовать с тех приманок, которые клевала здесь, в этих местах, предыдущие рыбалки. Ну а там буду их менять, конечно же, как всегда, достаточно активно. Я постоянно занимаюсь сменой приманок. То есть одна приманка обычно у меня дольше трех забросов не держится, если нет, конечно же, на нее поклевок. Ладно, уже подхожу к месту, сейчас буду якориться. Все, друзья, заякорился. Делаем первые забросы. Тормоза отрегулировать сразу. Здесь все нормально. Поклевка. Была поклевка. Офигеть. Что, ребят, вот, блин, заброс с пятого. Синяя приманочка сработала. Четенькая такая. Не крутая, не отдай спинник, но четкий в руку прям тычок. Тучка какая-то не очень хорошая, блин. Дождевик я с собой, конечно, взял, но самое главное, чтобы без шквала. Ну, вроде шквал не обещали. По ветрам там небольшое какое-то увеличение есть, конечно, но вроде как не шибкое. Что-нибудь другое. Попробуем насадить. Как обычно я делаю, когда не клюет. Именно за голову, чтобы быстро менять приманки. Сейчас вот так вот, такова тактика. Раз две поклевки-то у меня было все-таки. Но теперь хочу пробовать три заброса и смена приманки. Три заброса, смена приманки. И будем пробовать что-нибудь подбирать, выбирать. Дай бог, что-нибудь зайдет. Поклевка, ребят, четенькая, супер вообще, фу, душа в пятки унеслась. Легкий-легкий тычочек, но четкий, прямо в руку. На кончике, наверное, не отразится, его в кадре не будет видно, но я в руку четко почувствовал, ребят. Ветерочек чуть-чуть разгуливается. Так, и поклевок пока больше нет. Тут ловить-то, в принципе, осталось всего ничего. Меняю активно приманки, уже через два заброса пробую. И тишина пока. Пока ветерок этот не поднялся, вот было три поклевки. Буквально в течение там где-то получаса. А так как у меня всего где-то 2,5 часа на лов, может быть, чуть больше, там... получается в итоге,
то полчаса это уже много. Ёлы-палы. А я думаю, что это непонятка была какая-то. Смотрите, ребят, чешую поднял, блин. Прижимал, что ли? Чешуя вроде как судаковая, да? Ёлы-палы. Я не пойму, что такое было? Что-то есть тут рыбка? Уже переменял кучу приманок. И все никак. Ничего. А сейчас думаю, что-то какая-то непонятка. Только как гряда идет. Я подсечку сделал. Ну, не понял, что это было, честно говоря. Чисто, видимо, либо просто по нему провел, то есть не было атаки никакой. То есть по горбу как-то, фиг его знает. Рыбка, значит, есть, но не очень она хочет клевать почему-то. Так что надо дальше подбирать ключик. Так, так. Да, друзья, я уже, короче, переменил целую гору приманок, и больше вот нифига. Вот как только приехал, вот эти три поклевки плюс чешуя. На лов мне остался от силы час. Поэтому будем еще надеяться, что удастся спровоцировать судака на поклевку. Что он есть, он стоит. Это вот 100% стоит. Но как его спровоцировать, одному Богу известно. Или должен тумблер в природе включиться, или приманка какая-то должна сработать. Хотя мне тут рассказывали на днях друзья-товарищи, как отлавливались в Камсигале. Тоже говорит, тишина, потом как будто тумблер включили у судака. И как не посмотришь, говорит, у всех палки колесом. Все что-то тащили. И так вот с 12 до 2. И потом опять тишина. То есть все, кто ловили в это время, что-то поймали. Волнишка, блин. На запад ветерок повернул, так вроде бы и не сильно, а волны успевают накрутить из залива. Любой другой ветер здесь особо волны не нагоняет. Здесь вообще, ну, такое ощущение, что пару метров всего. А волнишка такая уже подкачивает немного. Есть, ребят. Нифига себе, ребят, не могу понять, что там, я багранул, что ли, кого-то. Сошел. И что там такое, блин? Кусок бревна, что ли, поймал. Не, блин. Мелкий судачишка, ребята. Он, походу, за кочку цеплялся. Офигеть. А, я понял, в чем прикол. Я еще не понял. Сперва увидел поклевку. Нормальный судачишка. Сейчас, ребят, сперва увидел поклевку, потом думаю, что за фигня. Он, видимо, ёлы-палы. Он, видимо, зацепился еще за одну приманку. Я не могу понять, что за фигня. Вот и поймал такую трофейную приманку заодно. И мою, смотрите, как жадно взял. Прямо так хорошенько. У кого-то тут... Это был крайний заброс. Ну, я думаю, сейчас еще парочку сделаю. Да пускай идет на подрост. Он примерно... Он нормального, конечно, размера. Но я все-таки стараюсь брать от 50 сантиметров. Ладно, иди расти. И что вот это, а я еще не могу понять, что за фигня. Сначала вроде бы такая четкая поклевка, делаю подсечку, чувствую рыбу на спиннинге, все прочувствую, потом бац, думаю, что ли зацеп какой-то уперся, а он получается походу вот в эту приманку где-то в леску уперся. И я думал, я сперва тут подумал, может, я забагрил какого-то серьезного там. Похоже, вот знаете, бывает такое, как когда леща забагришь. Такие моменты бывают. Все, друзья, вот я стартанул уже в сторону машины. Лечу на всех парусах, потому что дома дела кое-какие есть. Да и солнце уже, в принципе, низко. Тут если даже оставаться, ну, полчаса от силы лова осталось. Что можно сказать, рыбалочка, конечно, сегодня такая, хоть и трудовая, но под конец, хоть, блин, хоть этот судачок
порадовал. Хотя поклевку я чувствовал четкую, но сами видели, блин, зацепилась каким-то образом эта леска с этой приманки. Я думаю, что за фигня, какой-то зацеп непонятный. Ну, я думал, ну поклевка-то была, я рыбу, например, на спиннинге чувствовал и не могу сообразить, что это такое. Поэтому я сперва подумал, может быть, я леща забагрил. Такое тоже бывает, когда его багришь за бок, он сначала как бы словно зацеп. Я уже и так вытаскивать, вырывать, это оказывается. А оказалось, все-таки не крупный судачок. Что я сегодня только не перепробовал, как я только не перепробовал бросать, какие проводки я только не перепробовал, какие приманки. Короче говоря, все оказалось безрезультатно. Лишь только в начале рыбалки было три поклевки, и потом тишина. А потом вот эту чешую достал, и все на этом. Так что вот, ребят, короткая рыбалка будет, соответственно, и коротенький отчет. Ладно, друзья, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. И до новых встреч на водоемах. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.